Доброго миллионерского времени суток, дамы и господа. Здравствуйте. Я рада здесь приветствовать позитивных, открытых, достойных людей планеты Земля. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, ваши десяточки. С вами на связи Наталья Жукова, партнер корпорации Constellation Luck. Я рада вас всех видеть. Видеть ваши десятки. Благодарю. Значит, с техникой у нас все в порядке. Отлично. Здравствуйте. Ежедневная конференция от компании, от корпорации Constellation Luck Corporational запускается, да, сейчас, именно в данный момент. Хотелось бы увидеть, есть ли у нас на встрече новенькие, то есть гости, те, кто пришли послушать, а чем вы тут занимаетесь, что у вас интересного и что здесь такого, что можно взять в свою жизнь, да. Поставьте семерочки, те, кто с нами первый раз, те, кто первый раз вот на презентации компании, потому что у нас проходит очень много встреч. В 7 часов у нас общая презентация. Виктор, здравствуйте. Ольга, Наталья, мы вас приветствуем. Мы вас благодарим, Алексея, да, также, то, что вы нашли время, что вы сейчас не за телевизором, то, что вы действительно хотите быть автором своей жизни, поэтому выходите на встречи и смотрите, слушаете, да, информацию, и потом уже решаете, что с ней делать, да, либо выбросить ее, как говорится, в мусорное ведро, либо взять ее в жизнь. Я очень надеюсь, что данная встреча для вас не пройдет, скажем так, мимо. Я буду очень надеяться, что та информация, которую я сейчас вам, по которой я сейчас пройду и вам дам, она для вас поменяет что-то в вашей жизни, поменяет в лучшую сторону, потому что однозначно, если вы сейчас с нами в конференц-комнате, значит, вас все-таки что-то не устраивает в вашей жизни. То есть ваши финансы, возможно, сам бизнес ваш, возможно, работа на найм, на найм вас не устраивает. То есть вы решили, собственно, освободиться и стать самостоятельным и счастливым человеком. Поэтому я очень рада вещать на такую аудиторию, на аудиторию людей, которые понимают, что интернет – это тот механизм, который обладает неограниченными, скажем, способностями, да, дает людям неограниченные возможности зарабатывать очень и очень приличные деньги. То есть интернет – это не просто, знаете, такой простор, где музыки уже нет. Сереж, обновите, музыки уже давно нет. Я уже пустила слайдики, обновите комнату. А мы продолжаем. То есть мы сейчас разговариваем с вами о бизнесе, который доступен каждому человеку. И как бы это громко не звучало для кого-то, да, что бизнес, как правило, ну, это такое серьезное, знаете, дело, которое требует большущих вложений, связей, там, различных профессиональных навыков, мы будем говорить о бизнесе, который доступен абсолютно каждому человеку. И именно таким образом, да, он и выстраивается у нас. И сделали, в общем-то, многие люди выводы, что в интернете все-таки нет халявы, да, и что в интернете, если людей зовут туда, где, ну, в общем-то, нужно принести только своих денег, очень часто это чревато потерями денег. То есть происходит не зарабатывание денег человеком, а потеря денег. Такое происходит сплошь и рядом. Но несмотря на это, многие люди все-таки максимально внимательно смотрят на интернет, и это радует. Почему, опять же? Потому что здесь возможности по возрасту, они не ограничены. Здесь не ограничены, скажем так, требования к вероисповеданию, к полу, к образованию. Да и проживать-то мы можем где угодно, хоть в самой захолустной деревушке, лишь бы был интернет, да, то есть компьютер, интернет. Друзья, мы с вами сейчас разговариваем о мега удобном бизнесе, который мы делаем из дома и в домашних тапочках. И сейчас данная информация, она очень интересна для тех людей, которые уже прошли свой опыт в интернет, которые пытались заработать в каких-то темах, да, попадали на то, что деньги не выплачивались, попадали на то, что все, в общем-то, в теории, а в практике совершенно по-другому. Так вот, те лидеры и наши наставники, которые организовали данный фундамент, данную корпорацию, они так же, как и мы с вами, ходили по интернету в поисках хороших, серьезных денег, потому что есть серьезные цели. Очень надеюсь, что у наших приглашенных также есть хорошие, действительно серьезные цели, которые вас будоражат, будет с утра, да, поднимают вас с кровати, и вы уже перед глазами видите эту цель и говорите себе, а почему нет, да? А кто сказал, что нет? Я все равно этого добьюсь. И вы идете и ищете информацию. Так вот, наша компания – это компания, организованная обычными людьми,
но, конечно же, с амбициями, целеустремленными лидерами MLM-индустрии, интернет-предпринимателями. Они имеют многолетний опыт работы в сети, они четко реально понимают анализ, да, они анализируют, как, где, что было, и вообще, как сделать так, чтобы было всем хорошо. Так вот, корпорация Constellation LAC – это коллегиальность в управлении. У нас нет админов и нет президентов. Есть совет директоров в числе 10 человек. И вот на этот момент я обращаю самое пристальное внимание. Компания наша легально работает уже год. 3 июля мы отмечали год компании. Зарегистрирована она на Сейшельских островах. И, в общем-то, эта регистрация, она не случайна именно там. Потому что я думаю, что такое налоги, особенно в стране России, я думаю, что для многих это известно. Это, конечно же, ну, достаточно такой денежный момент. Не зря очень много, на самом деле, в России скрываются, да, как бы крупных фирм. Они делают различные махинации, чтобы скрыть, в общем-то, свои доходы и не платить эти колоссальные налоги. Так вот, мы зарегистрированы на Сейшелах. Почему? Потому что компания не имеет прибыли. То есть вот как бы это ни парадоксально звучало, наша компания прибыли как таковой не имеет. Все деньги, которые заходят в корпорацию, они распределяются на доходы партнерам. То есть это компания нового формата, и наш совет директоров, они зарабатывают так же, как и мы, как партнеры по маркетинговым стратегиям. И поэтому вот не случайен выбор регистрации именно там. Но это не говорит, что это несерьезно, мы действительно работаем как легальное юридическое лицо. И работать будем много-много лет, то есть компания пришла не на месяц, не на два, не на полгода и даже не на год, понимаете? Но для нас, для многих людей, законность, легальность, она, конечно же, важна, поэтому обращайте на это внимание. Что делают наши партнеры, как мы зарабатываем деньги? Давайте четко пройдемся по этим моментам, чтобы вы понимали, что я не знаю, где еще найти более простого бизнеса с действительно хорошими доходами, потому что когда человек, работая в наемном труде, он понимает, что у него потолок в зарплате. Но ему нужно больше, чтобы не просто, знаете, обеспечить свое существование, а чтобы еще можно было что-то приобрести крупненькое, да, чтобы можно было помочь детям, может быть, внукам, да, чтобы понимать, что жизнь, она не прошла просто так и мимо, а человек, допустим, может быть, даже из-за границы ни разу не был. Такое очень часто случается. Так вот, друзья, наша компания предлагает нам, партнерам, продвигать бизнес-кейс. Вот от составляющих бизнес-кейса мы с вами быстренько проходим. Один из как бы компонентов бизнес-кейса – это интернет-магазин ювелирных изделий под ключ. То есть в нем авторское серебро, ручной работы с листовым золотом, очень красивые, доступные по цене изделия. И если наш партнер хочет еще дополнительно, то есть у нас основной доход – это продвижение общего бизнес-кейса. Но если он хочет еще и поработать с товаром, подвигать товар, да, то он продвигает интернет-магазин и получает дополнительно партнерское вознаграждение. Либо он просто использует его для того, чтобы приобрести по скидке для себя любимого, сделать какие-то подарки, да. То есть различные у нас, в общем-то, моменты использования вот этого компонента. Это по желанию. То есть все те компоненты, которые я сейчас буду перечислять, естественно, мы сами, в общем-то, разбираемся, чем нам пользоваться, как нам пользоваться, когда нам пользоваться. Обучение и поддержка партнеров. Друзья, когда мы приходим в сетевое предпринимательство, я думаю, что для вас не секрет, кто только-только начинает это делать, что возникают какие-то моменты, которым нужно учиться. То есть нужно учиться общаться с людьми, нужно учиться становиться организатором и руководителем, потому что это бизнес, это не наемная работа, вас никто не нанимает к себе и не платит вам какой-то процент. Это бизнес, в котором у вас не будет ограничений в доходах. Все по вашей личной активности и желанию развиваться. Так вот, мы поддерживаем партнеров, мы обучаем их становиться личностями и лидерами. Потому что именно только в таком случае к людям будут приходить большие деньги. Сейчас уже многие это понимают, что духовность и деньги – это взаимосвязанные вещи. И, в общем-то, развитие человека, да, и деньги – это взаимосвязанные вещи. По-другому никак. Поэтому школы новичка, школы начинающего лидера, школы миллионеров закрыты для наших партнеров, а не для наших партнеров открыты. То есть на общий ресурс интернета они закрыты. У нас есть также медитации. То есть мы понимаем, что люди, общаясь с людьми, обмениваются энергетикой.
И, конечно же, нужно помогать еще и в этом вопросе, чтобы мы, скажем, энергетически всегда были позитивными, сильными людьми. И для этого также есть медитация. Есть также система, которая за людей рассказывает, показывает и объясняет. В данном случае вы сейчас находитесь на как раз-таки мероприятии этой системы. И в данном случае это я. У нас есть еще спикеры. И вот это необходимо, чтобы наши новички не делали неправильных шагов и, скажем, непрофессионально, неправильно позиционировали наш бизнес. Поэтому наши новички, они только приглашают послушать информацию, а человек уже делает выводы, берет он для себя это в жизнь или не берет. То есть обращаем на это самое плотное внимание, потому что встреч наших очень много в течение дня. В командах там до 6 встреч происходит в течение дня, чтобы постоянно мы были в помощи у наших новичков, и в любой момент человек может пригласить послушать информацию своего кандидата. Вот это один из важных компонентов бизнес-кейса. Также очень интересный компонент – это библиотека с курсами, софтами, программами стоимостью в 10 тысяч долларов. Друзья, вот этот материал, он покупался нашим советом директоров, нашими лидерами за деньги. То есть они приобретали, развивались, и сейчас они отдали нам это в доступ, эту библиотеку у каждого партнера в доступе. И, в общем-то, мы тоже решаем, что нам использовать, что нет. Программы, софты, курсы, рассылочек, там, тренинги, какие-то книги, те, которые действительно, ну, на которые нужно сделать акцент. Библиотека будет варьироваться, наполняться, естественно, время меняется, времена меняются, да. И чтобы это все, в общем-то, было актуально, библиотека наполняется, опять же, с самими же партнерами. То есть мы наш бизнес делаем вместе. Это бизнес, который создан действительно для людей. Понимаете? То есть это не та тема, которая создается бизнесменом, то есть компания создается бизнесменом, и он имеет 50-70% от денежного оборота, который заходит в компанию. У нас компания имеет 1% на то, чтобы она могла технически обслуживаться и, в общем-то, вносить какие-то еще дополнения в наш бизнес. Потому что тот же самый интернет-магазин, в нем еще будет торговая площадка, то есть будут еще некоторые моменты, переговоры ведутся, компания не стоит на месте. Вообще, собственно, вы знаете, вот эти полтора года компания шлифовалась, совершенствовалась. И вы сейчас находитесь в тот момент, когда уже, в общем-то, бриллиант светит всеми красками и гранями. То есть его отточили. И это очень здорово и важно. Это очень важно. Я сама не люблю темы, когда вот что-то только начинается, да, там стартовые проекты, потому что я понимаю, будет много изменений. И эти изменения мне лично могут не понравиться. А то, что мне не нравится, об этом я не могу рассказывать людям. То есть я могу рассказывать людям, звать людей только на тот источник, который я действительно прочувствовал, да, который я люблю, и я реально понимаю, что это работающий момент. Без обмана, без каких-либо обдираний, да, с человека, потому что сплошь и рядом происходят такие вещи, что людей пылесосят на деньги. Ты принеси свои деньги, приглашать тебе не обязательно, у тебя будут переливы. Я думаю, что вы все с этим сталкивались. Это губительно для системы, вот эти клоны различные, технические аккаунты, там, где не нужно приглашать, потому что мы все с вами взрослые люди, и надеюсь, что мы уже вышли, знаете, из школьного возраста, и должны понимать, что денежный поток мы должны создавать, чтобы нам эти деньги пришли. То есть нет такого, что нам сыпется с неба что-то, да, вот за красивые глазки, как говорится. Такого не бывает, друзья. Нужно создавать деньги. Только другой вопрос, что можно их создавать с какими-то рисками, когда это традиционное предпринимательство, когда огромные вложения, связи, рейдерские захваты, конкуренции и все прочее. Здесь же бизнес максимально удобный, но строится он вместе с людьми. Это однозначно. Сколько лет сетевому предпринимательству в мире, я думаю, что говорить не нужно. Это, наверное, около 70 уже. В нашей компании, в компонентах бизнес-кейса есть вот такая классная штука, которую вы сейчас видите перед собой. То есть это, наверное, один из самых вкусных моментов, на который обращают внимание особенно сетевики. Дело в том, что у нас мечта сетевика – это полная автоматизация. У нас 14 источников дохода, которые работают параллельно и параллельно приносят людям деньги, порой даже тогда, когда они вообще не в курсе об этом, да, то есть заходят в кабинет, у них деньги на кошельке. У нас автоматизированная программа, автомат вошел с Нового года.
И сейчас уже многие оценили эти прелести. 14 источников дохода, в которых работают автоматы. Мы работаем практически в одной-двух источниках дохода. Я вам сейчас покажу. Во всех остальных параллельно работает автомат. То есть золотой утроитель – это программа «Эконом». С нее, как правило, начинают работать все наши партнеры. Основная программа – класс «Бизнес», класс «Премиум», класс «ВИП». Золотые утроители – «Элит Премиум», «Элит Бизнес», «Элит ВИП». Премиум программа «Зодиак», в которой 5 орбит. Накопительно-подарочная программа «Спутник», в котором 3 тарифа. Интернет-магазин ювелирных изделий под ключ, как также источник дохода. Но он как бы не запускается автоматом, он уже у вас есть. Если товарооборот делать по серебру, значит еще дополнительно процент. Конечно, он не такой интересный, нежели за продвижение всего бизнес-кейса. То есть за подключение партнеров, которые получают к себе шикарные ценности. Шикарные ценности. Потому что, вы знаете, вот наш бизнес-кейс, вот со всеми этими прелестями, его не нужно носить в руках, друзья. Он, в общем-то, не нуждается в транспортировке, даже в пересылке по почте. Он передается мышкой, когда мы передаем наши ссылки для регистрации. Он не имеет сроков годности, не вызывает аллергии. В нем классные составляющие, которые развивают человека, развивают мозг. Да? У всех, в общем-то, разные ценности. Кому-то нужно там, ну, кастрюльку, да, в общем-то, приобрести. А у кого-то действительно ценность – это развитие, он понимает, что таким образом он привлекает в свой мир деньги. А деньги – это вообще самый ликвидный товар, который, продукт, да, который вообще есть на нашей планете Земля. Об этом говорю не я, об этом говорит «Капитал», да, Маркса, что самый ликвидный товар – это деньги. И естественно, сейчас такое время, когда сетевой маркетинг, сетевые компании – рассматривают уже изначально с позиции выгоды маркетинга. Если раньше это было организаторы, там что-то еще, какие-то еще, мишура какая-то, да, то сейчас люди рассматривают доходность бизнеса. Доходность. Время экономического кризиса, его никуда не деть. Но мы можем, в общем-то, убрать в сторону вот этот момент, объединиться друг с другом и помогать друг другу выходить колоссальным деньгам на автоматизированной платформе. Вот такого вида наши маркетинг-планы, да, вот наши источники дохода. То есть у нас эконом, элит бизнес, элит премиум, элит VIP – это утроители. Они все имеют именно вот такой вид. То есть три ячеечки внизу на первом уровне. Бизнес, премиум и VIP – это тринары. То есть три партнера на первом уровне, 9 на втором, 27 на третьем. Зодиак и спутник, они строятся по бинарному принципу. По бинарному. То есть четко, ясно для себя прояснили, они похожи все источники дохода. Изначально, может быть, покажется маркетинг не сразу понятным, но у нас три верхних оплинии на связи. Все это отображается в нашем классном функциональном кабинете. Вся статистика, все вообще бухгалтерия, да, все это в кабинетах интуитивно понятно. Кабинеты, которые созданы сетевиками. То есть я когда подключался, сразу обратил на этот момент внимание. То есть вся абсолютно глубина и вся ширина, кто на каком уровне, у кого какие классы работают. И, собственно, когда даже подключается партнер где-то в глубине, можно сразу четко, ясно прояснить. Кто-то по классам летает, кто-то деньги получает, кто-то там дальше двигается и все прочее. Высокотехнологичный CCL-защищенный сайт. Каждому партнеру сайт одностраничник, то есть заходите в кабинет, у вас там внизу ссылочка реферальная и ссылочка на сайт одностраничник. Красивый продающий одностраничник, который партнеры получают сразу с приобретением всего бизнес-кейса. Квалифицированная техподдержка на сайте и возможность творить добро, не выходя из дома. То есть у нас благотворительный фонд, у нас проходили акции уже и в детском доме, да, и акции, ну, помощь, когда вот совершенно там катастрофические ситуации, да, и по партнерам. То есть такие вещи тоже у нас приветствуются, и есть возможность это сделать. То есть когда мы понимаем, то есть для меня вот сразу, я четко вижу подход к делу действительно со всех сторон. То есть я понимаю, что это действительно денежный маркетинг, и действительно люди, которые несут эту тему, они настроены на то, что доходы будут колоссальные у всех. А я думаю, что для вас не секрет, все обеспеченные люди, они занимаются благотворительностью. То есть это априори законы природы, и, в общем-то, без этого, ну, совершенно никак и никуда. Далее.
Смотрим следующий момент. Вот те компоненты, которые я вам сейчас показала, по сути, вы знаете, они стоят вообще вот так, если подумать, вот этот бизнес-кейс, он стоит колоссальных денег, вот вообще по сути. Но я сейчас вам покажу, как вы можете приобрести его за совершенно смешные суммы и двигаться дальше по своему бизнесу. Одну секундочку, я извиняюсь, я вернулась. Надеюсь, что у нас со связи все хорошо. Вы чуть-чуточку передохнули от моего голоса. Опять же, настроились послушать, какие зарабатываются деньги, я надеюсь, да. И очень надеюсь, что у вас хорошие цели, ребят. Вот просто для тех людей, кто с нами впервые, действительно достойные вас цели. То есть это либо недвижимость, это либо хороший автомобиль. Это, ну, либо реально изменить так ситуацию в жизни, что можно было бы путешествовать сколько угодно раз в год, а не один раз в 3 года. То есть мы сейчас с вами смотрим, какие нужно делать действия, и смотрим, какие вы будете получать результаты за продвижение нашего бизнес-кейса. Итак, как я вам говорила, фактически все партнеры начинают работать с программой «Эконом», «Золотой утроитель». То есть мы берем 3 ссылки у нашего пригласителя, кто нас позвал на эту встречу, регистрируемся, простая, абсолютно простейшая регистрация, даже можно делать без доступа к экрану, совершенно простая. У нас появляются 3 кабинета. Вот в кабинет мы заводим с Perfect Money или AdvoCash, 2 пока платежные системы, еще готовятся 2 системы в корпорацию, заводим $25. То есть на Perfect это 25-49 будет, да, с этими, ну, транзакциями. Заводим 25 и активируем, нажимаем кнопочку «Активировать» программа «Эконом», «Золотой утроитель». Класс «Эконом». Все это вы увидите в кабинете. Вы также в кабинете увидите и, в общем-то, рекламные баннеры, и библиотеку, когда вы сактивируете какую-то из программ. Смотрите, друзья, если, допустим, у вас есть возможность сразу в 3 кабинетах сактивировать «Золотой утроитель», это здорово, это супер. Это говорит о том, что когда вы будете приглашать людей, и они захотят сразу 3 эконома сактивировать, то, в общем-то, вы ничего не пропустите мимо себя. Но мы всегда говорим, что у нас разный вариант входа в бизнес. У нас можно сактивироваться с различных классов. У нас можно, опять же, даже из $25 начать. То есть весь бизнес-кейс, он уже у вас будет. Почему у нас 3 аккаунта? У нас программа «Спутник», в которой условия. 3 аккаунта и 3 партнера. То есть там бинарная программа, и для того, чтобы она, опять же, развивалась, быстро действовала, для того, чтобы люди с одним и тем же количеством партнеров получали тройной доход, 3 кабинета. То есть это не золотой треугольник, это действительно зеркальные кабинеты, в которых будут отображаться одни и те же партнеры. То есть это одно условие, 3 партнера за собой. Если мы говорим о золотом треугольнике, то люди приглашают уже не 3, а 9. То есть это и увеличение, да, работы, то в нашем случае одно и то же условие, 3 партнера за собой, абсолютно легко, легкое и выполнимое. То есть 3 партнера, которые хотят менять свою жизненную ситуацию, хотят побыстрее прийти к своим целям, а не когда-то там, знаете, через 5, через 10 лет. Итак, мы сактивировались, все закрытые школы у нас в доступе, библиотека в доступе, одностраничник, рекламные баннеры, связь с лидерами и наставниками все 24 часа. Все это у нас уже в нашем видении. Мы приглашаем на встречу людей. Пригласили мы 1-го партнера, он сказал, да, мне тоже нужны деньги еще вчера, потому что вы сейчас посмотрите, данная программа, она позволит вам зарабатывать каждым шагом. И причем не 10% реферальных, а 100% реферальных. Получается следующее. Партнер первый ваш регистрируется, тоже активирует у себя в кабинете «Золотой утроитель». Допустим, ну, будем просчет вести, что это 3. Тогда $25 по всех 3 кабинетах к вам накопительный баланс приходит. 2-й ваш партнер.
Вы даете ему также своих 3 реферальных ссылки. Он делает то же самое, активирует золотой утроитель 3 кабинетов. Вот эти $50 в каждом кабинете, они вам запускают программу класса бизнес. Вот эта программа бизнес-класса, она вообще будет далее запускать все остальные источники дохода, которые будут без вашего ведома вам выдавать деньги на кошелек и уже не по $25, по $250, по $2000. То есть вот эти первые 2 партнера, они запускают вам будущее, запускают бизнес. Третий партнер, его $25, они позволяют вам реинвестироваться, то есть заново запустить золотой утроитель. Опять же, вот даже без необходимости нажимать какие-то кнопки, это автореинвест. Для чего нужно перезапуск утроителя? Да чтобы вы опять получали 2 раза по $25, но уже на кошелек на вывод. И третья позиция – это всегда реинвест. То есть золотой утроитель, он крутится бесконечное число раз. И у вас, и у ваших партнеров. То есть смотрите, друзья, вот золотой утроитель здесь вообще даже не 99%, здесь 100% денег у людей. То есть $50 – это ваша сумма, которой вы, скажем так, запустили вторую программу. Вы можете это сделать сразу, не вопрос. Если вы сактивировали золотой утроитель за 25 в кабинетике и сразу же вручную завели $50 и сактивировали бизнес-класс, тогда первые 2 человека, они принесут вам деньги на кошелек на вывод. Если у вас не запущен класс спутник, опять же повторюсь, большинство людей работают с золотого утроителя и со спутника. То есть они сразу берут и спутник, и золотой утроитель. Спутники – колоссальные переливы. Поэтому не нужно тормозить в этом вопросе. Если вы пришли действительно по-серьезному, по-взрослому. Когда будут дальше деньги? То есть все, реинвестировался золотой утроитель. Смотрим внимательно. Если вы активный человек, вы не хотите ждать, когда вас продублицируют, потому что вы же понимаете, сети и сетевой маркетинг – это бизнес дубликации. То есть вас повторяют. Повторяют ваши партнеры те же самые действия, что и вы. Но вы, допустим, не ждете, пока не повторят. Вы приглашаете 4-го человека, его 25, они приходят опять на первую ячейку. Вот если спутник вы запустили за $10 в кабинете, значит все 25 приходят на кошелечек на вывод. Если не запустили, значит 10 спишется на спутник, 15 выводится на кошелек. Идете и тратите, не думая о том, что вы достали денег из программы, то есть вы вынули, вы приостановили свой бизнес, потому что... Опять же, можно проанализировать, когда традиционный предприниматель начинает свое дело, он первый год вообще денег не видит, он раскручивает. У него вышла выручка, он ее опять, да, на развитие своей темы пускает. Вот здесь совершенно все просто, спокойно и настолько комфортно. Например, ваши 3 партнера, они начинают вас повторять. То есть они пригласили 3 партнера. У них сактивировался бизнес-класс, они к вам прилетели. В этом случае 3 человека получают деньги. Когда они пригласили 3-го партнера, вот его $25, они приходят к вам на вторую ячеечку. То есть первая ячейка у вас 25 взяла, вторая не взяла. Вот на вторую ячейку придут 25 с реинвеста вашего лично приглашенного. 25 к вам на вывод. Не в компанию эти деньги ушли, не кому-то, это к вам деньги ушли. И все ваши лично приглашенные люди, сколько бы их ни было, 3, 33, они всегда будут приходить к вам реинвестом на свободное место слева направо, в ваш утроитель. То есть, опять же, второй ваш партнер повторил ваши действия, да, вот передал вот этот вот бизнес-кейс как эстафетную палочку. Он его, скажем так, продал, и он 100% денег за него имеет. Мы 100% имеем денег за рекомендацию. Не 10% реферальных, услышьте, пожалуйста, и не 20, и не 30. Ваш партнер сделал то же самое. 3 людям передал бизнес-кейс. Позвал на развитие, позвал на классный автоматизированный механизм зарабатывания денег. И он к вам прилетел в бизнес-класс, 3 человека получили деньги, и он к вам с 3-го партнера пришел реинвестом на 3-ю ячеечку утроителя. А это всегда реинвест. То есть вы реинвестировались, деньги получил верхний наставник, и у вас опять тройничок готов получать 2 раза по 25 и 1 раз для реинвеста. Если вот так вот все люди делают сразу 3 золотых утроителя, то есть 3 кабинетов,
то золотой утроитель с одним и тем же количеством людей приносит вам 150 долларов. То есть 50 в одном кабинете, 50 в другом и 50 в третьем. Идентично срабатывают маркетинги и там, и там. Он един для всех маркетингов. И это как бы отдельные обособленные кабинеты. Но люди в них отображаются одни и те же, отзеркаливаются. Вот это что касаемо программы «Эконом золотого утроителя». А теперь давайте смотреть, а где же деньги на цель? То есть это понятно, вот здесь деньги, как говорится, на жизнь, да? 25, ну даже 150, но особо задач с ними не решишь. Кредиты не закроешь, ипотеку не закроешь, домик не купишь. Они сразу на кошельке, а мы, как правило, идем, выводим их, тратим. А где же деньги на цель? То есть два первых человека, они вам запустили программу бизнес. Далее они приглашают своих людей, они, пригласив двух людей, приходят к вам в бизнес-класс на первый уровень. Их люди, пригласив двух людей, приходят к ним на первый уровень, а к вам на второй. И вот таким образом поток людей перемещается вот в эту программку. Когда эта программа, сам робот, накопил 50 долларов, он запускает программу «Зодиак». Это автоматизированная бонусная программа, я покажу ее на другом слайде, дополнительная программа. Когда программа «Бизнес» накопила 250, она сама запустит вам элит-бизнес. Запустил элит-бизнес, далее, как только вот сюда партнер, вылетает к вам 30 долларов на кошелек. То есть вот здесь, в этой программе, всегда к вам будут приходить 25-25, если с тремя аккаунтами заходят люди, то это уже по 150 с тройника. И в то же время программа «Бизнес» начинает также отдавать деньги на кошелек. Вылетел партнер на третий уровень, 30 долларов на кошелек. А вылетать будут по-любому, потому что работа ведется вот здесь. Люди здесь зарабатывают деньги ежедневные, и оно вот как бы, знаете, далее простирается вот на эти все программы. То есть вот этот поток людей, он будет идти с вами и в элит-бизнес, и в премиум, и далее, и далее, и далее. Это не какие-то отдельные построения команд. Это все идет вот с этой с первой программки эконом. Программа элит-бизнес вот сюда примет два ваших партнера автоматом. То есть у них же тоже вот этот бизнес заполняется. У них тоже будет накоплено 250 долларов. Вместе, да, это все делается вместе. И два партнера вылетело, запускается программа премиум. Далее каждый раз 250 долларов на кошелек на вывод. А третье место – реинвест. То есть то же самое, что в нашей первой программке, абсолютно идентично работает. Программа премиум накопила 2500 долларов, запустит элит премиум. Далее 7600 будут приходить на кошелек на вывод. Как только вот сюда вылетел партнер, 100 долларов на вывод. Вот сюда вылетел партнер, 345 долларов на вывод. Не нужно ждать, когда отработает одна программа, да, она запустит другую. Или там, когда она закроется, только тогда она 7600 отдаст на вывод. Нет, как только вылетает партнер, деньги приходят на кошелек на вывод. Программка «Элит премиум» вот сюда ваших два личника пригласит, если, конечно, они не тормозят, они вместе с вами развиваются. У них также вместе с вами вот в экономе строится команда. Двух партнеров приняла сюда, запустила программу VIP. Далее по 2500 долларов будет приходить на кошелек на вывод. Программа VIP вообще не запускает ничего, потому что элит VIP запускается по желанию. Партнер вылетел на первый уровень, 500 долларов на кошелек на вывод. На второй уровень 1000 долларов на кошелек на вывод. На третий уровень 3495 долларов на кошелек на вывод. Вот такая уникальная автоматизация, вот такой удивительный маркетинг, сразу он может вам не сложиться, но еще раз хочу сказать, посмотрите, у них даже вид вот на рисунке одинаковый, то есть это одинаковые тройнички и тринары. Это вот зодиак и спутник, у них бинарный вид построения. И вот эти все программы, они крутятся бесконечно. Когда программа «Бизнес-класс» отдала вам 615 долларов на кошелек, 50 на реинвест, и она запускается заново. И уже она там не будет ничего запускать, а сразу будет выдавать деньги на кошелек. То есть везде идет бесконечность. У нас неограниченный маркетинг совершенно с космическими возможностями. Не зря у нас космическая тематика. То есть мы летаем на ракетах, получаем орбиты, собственно, выходим в космос.
То есть это все в кабинетах вы будете видеть в процессе работы. И, ребят, теперь есть, собственно, четкая математика. Потому что бизнес – это, скажем, движение цифр. То есть бизнес нужно рассматривать с позиции цифр, логики и стратегии. Вот мои слова больше, наверное, понимают мужчины. Потому что мужчины относятся к бизнесу несколько иначе, чем женщины. Это у нас у женщин все как-то эмоции, там различные моменты. А для мужчин нужна конкретика, цифры. Что у меня будет, если я сделаю так-то, так-то? Вот у нас есть просчитанная программа, план решения финансовых задач, быстрый план, то есть это быстрый старт, такие есть вещи во многих компаниях, и это реально математика. Давайте смотреть, то есть ее доказывать не нужно, это все просчитано, и у нас сплошная автоматизация, поэтому если будет происходить таким образом, значит будет именно так. Друзья, если в течение 3 суток вы пригласили за собой 3 партнера на 75, то есть смотрим 3 аккаунта, вы пригласили 3 партнеров, у вас запустилась программа «Бизнес», вы реинвестировались в экономию. Ваши люди следующие 3 дня, да, Володь, вы мужчины такие, вам нужно конкретно, по сути, да, как говорится, без ля-ля, ваши 3 человека на следующие 3 дня делали то же самое, что и вы. То есть они свою 3-ку пригласили. У вас уже доход с эконом-класса $120, у вас уже накопление в бизнес-классе. Те люди в течение следующих 3 дней пригласили своих 3. Все дублицируются, вам еще 150. То есть у вас вот здесь еще и спутничек запустился, вам еще 150, у вас запустился уже элит-бизнес, у вас запустился зодиак, а это всего 9-й день. Ваши люди на 12-й день в ветке, в команде. Вот они повторили то же самое, на 12-й день еще возникли люди, да, на следующем уровне. Вот пошли вот такие вот доходы, бизнес-класс уже отработал и перезапустился. И если мы смотрим вот такое движение хотя бы 18 дней, немножко меня тут заедает, я извиняюсь, то это получается ни много ни мало для вас, любимого, заработанных $6000. Выведенных. Даже не заработанных, а выведенных, потому что есть деньги, которые в работе. Потому что у вас уже элит-премиум запущен. Элит-премиум, который потом, в общем-то, на 24-й день даже даст уже $15000, понимаете? А на 21-й день премиум-класс даст $24000. Я понимаю, что для кого-то эти суммы, они не укладываются в голове. Но поймите, это арифметика, ее доказывать не нужно. Если вы считаете, что это невозможно, сделайте так и задавите нас фактами. На 18-й день $6000 у вас. Возникает вопрос, я же зову людей на бизнес, а что получат мои люди? Всегда это важно. Если вы хотите серьезное порядочное дело, всегда рассматривайте, а что получат ваши партнеры. Если идет, как говорится, деньги идут только наверх, это уже, извините, финансовые пирамиды и вообще непонятно что. У нас же получается, как бы, знаете, перераспределение взаимное. И ваши 3 партнера, они заработают по $4000 в этом процессе на вывод. У них также открыты будут вот эти программы, которые потом, ну то есть это только начало. Их 9 человек заработают по 2200. Даже 2300 фактически, да, 2265. Каждый из 9 человек. У них тоже запущены программы на автомате. И не возникает таких вопросов, а что если вот все простроилось вот таким вот образом, а кто-то там не открыл бизнес-класс, кто-то ко мне не пришел в элит-бизнес, соответственно, я денег не получил. Это исключено. Вот за счет этого, в общем-то, наши лидеры сделали выводы, что вот этот человеческий фактор, он останавливает бизнес. И поэтому здесь комфортный запуск изначально следующей программки, далее она уже отдает деньги на кошелек. И если вы это сделаете не в течение 3 дней, а в течение недели, то 6 недель, то есть 1,5 месяца, и $6000 на кошельке, заработанных плюс деньги еще в работе, как вы думаете? Это маленькая сумма за 1,5 месяца, начав только свой бизнес, $75. То есть, господа мужчины, вот я обращаюсь лично к вам. Я думаю, что такое рентабельность бизнеса для вас понятно.
То есть бизнес интересен, когда он быстро рентабелен для вас лично. То есть заплатили $75, и у вас уже на шестой день даже вот такие вот деньги. Понимаете? Вот это называется бешеная рентабельность. Это максимальная рентабельность. Я не знаю, в какой еще теме можно найти вот такой вот классный выхлоп за такие малые вложения. Личное участие и активность. Просто-напросто желание дать людям возможность. Потому что очень много людей, которые реально сидят и ждут, пока вы им принесете эту возможность. Я очень благодарна тем людям, которые мне показали этот бизнес. Я буду всю жизнь им благодарна. Если даже вы сделаете, например, вот такой механизм не за 30 дней, если в течение 3 суток, да, приглашать, даже не за 10 недель, если в течение недели приглашать, даже если в течение месяца, ребята, все приглашают трешечку на $75, то это 10 месяцев и $433 000. Как вы думаете, это маленькие деньги? За 10 месяцев, начав работать, посчитайте, что вами заработано в наемном труде. Посчитайте, что заработано за 10 месяцев в других проектах, будучи в интернет. И просто-напросто возьмите уже для себя в жизнь действительно серьезную тематику и двигайтесь в одном направлении. Есть у нас бизнес-план, это когда только активация на $25. И тоже, в принципе, как говорится, неплохо. $1960 на 18 день, либо на шестую неделю работы, рвет от этой инфы супербом. Действительно, вы знаете, я тоже, когда разобралась, когда я пришла на встречи, там несколько встреч, там пару встреч посетила, не после того, как мне в скайпе давали на бегу информацию, а уже после того, как пройден был путь в интернете, уже сделаны выводы, что такое человеческий фактор, что такое ручные подтверждения. Вот когда я это увидела, что есть действительно система обучения, я с каждым разом, у меня волосы, если честно, шевелились, потому что я понимала, что это нечто колоссальное. Это просто разберитесь. Мой вам совет, разберитесь в информации. И не верьте уже халяве в интернет, ее нет. Ни один админ не будет вам платить из кармана. С какой такой радости? А то у нас люди побежали, значит, в различные темы, где они на халяву будут получать по $250, в неделю, кликая по видеороликам. Ну, посмотрим, в общем-то, как мы говорим. Посмотрим, да, что будет дальше. Вот я на связи, допустим, мы на связи все с людьми, которые уже полтора года несут эту тему. Это, наверное, о чем-то говорит. То есть они не бросили, они не пошли, сделали что-то другое. Они не переключились на какой-то другой проект. Просто, вот знаете, респект этим людям, которые оттачивали дальше. Они реально знают, что это, я понимаю, что это их детище. Программа «Зодиак», в ней доходность вот даже с одного аккаунта вот такие вот деньги. Да, конечно, это не сразу. Не надо думать, что, вы знаете, не имея опыта, не имея, допустим, команды, да, что человек пришел за месяц, он заработал вот такие деньги. Но те, кто идут, они все равно придут к этим деньгам. Они придут к тому, что они будут понимать, как наполняется их кошелек, и они с еще большим удовольствием будут об этом кричать, понимаете, и по знакомым, и по незнакомым. Бронзовая орбитка дает 12 раз по $20 на кошелек на вывод. То есть здесь запуск один раз вот в программу «Зодиак», запуск один раз. Два партнера запустились по $50, вам дается бронзовая орбита, и когда у них такая же история, они к вам прилетают на орбиту и дают по $20 на кошелек 12 раз. Бронзовая запускает серебряную. То есть я вам сейчас показываю еще дополнительный источник, помимо той таблички, которую я показывала до этого. Там не учитан зодиак, там не учитан спутник, ребят. Серебряная орбита запускает золотую. Серебряная 12 раз по $100, золотой 12 раз по $1000. Золотая запускает платиновую 12 раз по $10 000. И платиновая запускает бриллиантовую 12 раз по $100 000. И каждая орбита перезапускается сама, все заложено в маркетинге. И люди просто, знаете, даже вот, кого нет на связи, они заходят в кабинет и выводят деньги. У них на автомате они туда прилетают. Вот с программы с бронзовой, да, с бронзовой орбиты. Все эти программы перезапускаются, у нас абсолютная бесконечность. А программа «Спутник» с
Встреча по программе «Спутник», сейчас я к ней перейду, есть, опять же, математический просчет программы, если мы начинаем работать только с зодиаком. Даже если зодиака на 50, вы трех людей приглашаете по 50, все активируют зодиак. Но как бы это не рекомендовано, потому что будут люди, которые захотят эконом, а будут люди, которые захотят бизнес-класс. Поэтому, ну, рекомендации, в общем-то, начинать с программы эконом действовать. Вот, но опять же есть математика по программе зодиак. Вот с такими доходами с трех мест. Просто, знаете, люди настолько привыкли себя оценивать на 3 копейки. Я всегда спрашиваю, а кто вам сказал, ребята, что вы должны 50 тысяч рублей в месяц получать? Кто вам это сказал? Вам что, Господь Бог это сказал? Спустился с неба, сказал, слушай, дружок, ты на большее не стоишь. Система сказала, государство сказало. С детства, со школы, закончишь институт, пойдешь на работу. Замечательно, отлично. А что я там забыл? Выполнять, осуществлять мечты работодателя и за это получать 3 копеечки, на которые хватает только покушать и с горем пополам одеться и квартплату заплатить. А кто сказал, да, у меня одна жизнь, я хочу ее прожить достойно, я хочу ее прожить на все 100, побывать там-то, 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 отвезти туда-то, туда-то детей, отучить детей там, где я хочу, а не где можно. Вот эта программа «Спутник», вот с такой вот доходностью и вот с такими классными подарками. Программа «Спутник», она, если люди начинают только с нее работать, она сама автоматом запускает и эконом, и бизнес. Просто это будет медленнее, чтобы ваши денежки на кошелек, вот то, что с эконом у нас по 25, они просто будут медленнее для вас приходить. Потому что это подарочно-накопительная программа. Она не отдает сразу партнеру деньги на кошелек. И те люди, которым не нравится работать, допустим, с того момента, как вот матрицы, площадки, когда надо толпу людей привести, чтобы только одному получить деньги, они, конечно же, берут сразу экономчик, чтобы уже даже с 4-го лично приглашенного получать деньги на кошелек. Либо, пригласив 2 людей, они пригласили 3, у вас уже будут деньги на кошелек, вы уже будете их тратить. Не буду останавливаться подробно на этой программе, скажу только единственное. Программа с колоссальными переливами. Как только активируется партнер в спутнике, 7 человек получают партнеров к себе в бинары. Идет взаимное перемешивание и взаимное наполнение бинара каждого. И подытожим. Легальность компании. Работаем на законных основаниях, на законной платформе. Коллективное управление, гарантия надежности. Нет админа, нет какого-то одного человека, который решил, чему быть, а чему не быть. И быть ли вообще теми. То есть обсуждается все на совете директоров. Все какие-то коррективы, какие-то дополнения. Мы прислушиваемся к тому, что рекомендуют, что хотелось бы партнерам. И все это обсуждаем. Мгновенный вывод денег на Perfect Money. И еще платежечка, я потом подправлю слайдик, AdvoCash. Плюс еще 2 платежные системы готовятся, потому что входит и Америка, и другие масштабы. То есть это бизнес, который не имеет границ. Это международный бизнес. Полная автоматизация. И деньги выводятся за 2 секунды. Не надо нам запрашивать, не надо нам просить. А выдайте мне, пожалуйста, деньги, да, как в других проектах. Щедрый, простой и легкий маркетинг. Доступный вход, достойный выход. То есть доступность входа 25, 75, даже 105 долларов. Это ни о чем, ребят, когда речь идет о больших деньгах. 99% распределения денег в структуре. Антикредитная программа. Все получают одинаково. Антикредитная программа – это функция, которую можно задать в кабинете. Я вам об этом говорила. И программка, она будет накапливать денежку, а потом отдавать кучкой. Все получают одинаково, маркетинг един для всех. Одна работа, тройные выплаты, 3 зеркальных кабинета. Один заходит, получает несколько партнеров. Вылетел партнер бизнес-класс, 3 партнера получили деньги. А подключился партнер к спутнику, 7 человек получили деньги партнеров. Одна работа, множественные источники дохода. Работаем в 1-2 программах, во всех остальных программах работает робот, автомат. Все отслеживает, все суммирует, выдает деньги на кошелек, запускает каждого по программам. Накопление роскошной подарки – это спутник. Высокая функциональность кабинетов. Высокотехнологичный CCL-защищенный сайт. Обучение партнеров. Я делаю на этом восклицательный знак. Люди приходят с разным опытом.
квалифицированная помощь и поддержка лидеров, квалифицированная техподдержка, интернет-магазин под ключ, серебро авторской работы, большая библиотека с электронными товарами, сайт-одностраничник каждому. То есть, смотрите, вот это все и есть бизнес-кейс корпорации Constellation Lab. Вот это все преимущество нашего шикарного бизнеса. Шикарного бизнеса. Поэтому время принимать решения, действовать и не откладывайте. Знаете, как вот у нас бывает? Да я, говорит, с понедельника бросаю курить, или я с понедельника бегу там, значит, на стадион, начинаю пробежку. Принимайте решение сразу, спросите обменники, связывайтесь с человеком, который позвал вас на эту встречу, и начинайте, наконец, движение к счастливой жизни. Потому что деньги – это на самом деле частичка чуда, которая нам позволяет быть самим собой. То есть кушать, что мы хотим, одевать, что мы хотим, жить, где мы хотим. И, собственно, бизнес, вот сетевой бизнес, он позволяет нам максимально отводить время на саморазвитие, на творчество. Чтобы не было, чтобы деньги сами по себе приходили, понимаете? То есть мы зовем людей, опять же, на развитие. Потому что, ну, я тоже работала и на земле, и у меня офис был на земле. И я сейчас понимаю, что я с интернета не уйду. Я понимаю, сколько здесь интересного и как здесь быстро зарабатываются деньги. Буквально со скоростью мысли. Интернет – это бизнес со скоростью мысли. Берем ссылки у пригласителя, регистрируемся, активируемся либо на один эконом, либо сразу на три. Вот это идеальный вариант, потому что будут партнеры, там, второй, третий ваш партнер, который скажет, у меня сейчас есть деньги, я уж сразу их активирую, чтобы спокойненько уже можно было приглашать, потому что мы на встрече говорим об этом. Приглашаем три партнера, можно и нужно больше. Обучаемся и действуем одновременно. Не просто обучаемся, но еще и действуем. Снимаем деньги и, в общем-то, чувствуем себя счастливыми и богатыми. Позвольте себе быть богатыми. Не нужно, скажем, думать о том, что вот большие хорошие доходы, то есть это не одна тысяча долларов в месяц, это прерогатива каких-то особенных людей. У них тоже одна голова, друзья. И очень много примеров тех людей, которые родились, в общем-то, в небогатых семьях, но они своим трудом, своей целеустремленностью повернули свою карму и вышли совершенно на другой уровень жизни и вывели на него своих потомков. Поверьте в себя, не ищите помощи на стороне, не бегите к соседу, дяде Пете, дяде Васе, который понятия не имеет, что такое сетевой, который сейчас спит на скрипучем диване, в квартире, в которой ремонт не делался десятками лет, и ему все хорошо, понимаете? Если вы считаете, что в вашей жизни не все хорошо, если вы хотите поменять, значит, переступайте через сомнения, стеснения, разбирайтесь в информации. У нас очень много записей, постоянных встреч. И, в общем-то, подключайтесь к командам, подключайтесь в удивительный, красивый, автоматизированный бизнес корпорации Constellation Lab. Делайте свою судьбу сами, потому что это действительно результат выбора, а не дело случая. Не променяйте океан на лужи, которых очень много в интернете. Чем дольше будете ждать, тем больше дней потеряете навсегда. Дни проходят, и прожитый день возврату и обмену не подлежит. Теперь я готова ответить на ваши вопросы. Я закончила. Можете назвать лидерский совет. Татьяна, вы знаете, его выставляли уже на сайте. То есть конкретно, непосредственно, кто входит в лидерский совет. Но почему-то кто-то начинает какие-то там выводы делать. Ах, там вот этот, значит, я туда не пойду. Поэтому решили, собственно, убрать все лидеры на связи. В общем-то, мы здесь, в конференц-комнате. Благодарю вас за ответы, за внимание. Какие есть вопросы, ребят, пишите. Если еще остались вопросы, прекрасная возможность изменить все. Действительно, Лена, благодарю. Настолько удивительная возможность, не проходите мимо, потому что потом вы просто, ну, потом будете вспоминать, что меня звали, а я не пошел, да? Уже вопросов нет, отлично. Значит, я подробненько вам все разобралась. Укладывайте по полочкам. Кому-то, знаете, как говорят, надо переспать с информацией. Переспите, ребят, а с завтрашнего дня подключайтесь там. Если кто-то, кому-то уже сейчас все понятно,
Естественно, чем быстрее вы стартуете, тем быстрее получаются ваши результаты. Я миллионер, уже вижу себя. Отлично. А вот это самое главное. Самое главное оценивать себя на 100%. Потому что я не знаю, как люди, работая вот в партнерках каких-то, получают 10% реферальных и считают, что это круто и это здорово. Спать не нельзя, надо действовать, да. Запись делала, да. У нас лучший маркетинг в интернет, на самом деле. Спасибо за ваши отклики. Спасибо. Вы были прекрасные слушатели, прекрасная аудитория. Я благодарю, что я общалась с вами, была с вами и вещала на такую аудиторию целеустремленных и позитивных людей. Принимайте, ребят, решения, подключайтесь в команды и двигайтесь вперед навстречу своим целям и своим мечтам. Пусть они, как говорится, успокоятся, что вы действительно к ним двигаетесь. Не предавайте свою мечту. Спасибо.